любовь, все. Вот эта девочка, да, парни уже все. Ну ладно, Сенька там еще 7-летний говорит, я буду садоводом. Но ему нравится деньги зарабатывать уже в этом возрасте. Собрал ведро абрикосов 100 рублей, выкорил ведро 150 рублей, и вот это. Но это ладно. А это чистая девочка. Я буду садоводом. Потом из фильма она отговорила меня и своего собственного папу непривитый абрикос красивый вырезать, вырубить. Место занимает, привить вовремя не привили, он уже полтора моих роста, вот, пышные кроны. Я теперь думаю, ну, посмотрим, может, это судьба, что она плакала и говорила, не пилите. А это она выступает, будущий ученый. Вот, у нее фамилия Железова, Валерия. Чувствуете? Нет, Железова Валерия, вот она. А в данном случае она помощница у Елены Александровны Савинич. Так вот, может быть, цепочка потянется дальше. Елена Александровна, дочка, вот, пожалуйста, ты уж следи за этим малышней, когда меня не будет. Вот. Нам такие нужны. Они много ходили, много мерили. И я считаю, что это важнейший момент. Это не шутки, это все серьезно.